Покататься на лыжах в сердце пустыни. Легко и просто. В Дубае уже целый год. С ноября 2005-го открыт горнолыжный курорт, который занимает площадь в 25 тысяч квадратных метров на высоте в 75 метров. Многие, правда, называют это предприятие не иначе, как новой французской горнолыжной базой, так как заведует всем лионская фирма «Трансмонтань». 290 французских служащих предоставляют туристам-горнолыжникам Дубая сервис такой же, как, скажем, на курортах Монблана. Здесь от нас ждут по-настоящему нового, того, что можно увидеть только тут, по эту сторону стеклянного купола, где снег, внутри по-настоящему холодно. Главная задача заключается в том, чтобы доставить удовольствие тем, кто никогда в жизни не видел снега и не знал, что такое холод. Строительство обошлось в 250 миллионов долларов. Чтобы удовольствие не было омрачено подтаявшим снегом, что в пустыне вполне возможно, каждый день сюда подвозят 30 тонн света.